Всем привет. А у вас когда-нибудь было такое состояние? Идете вы, у вас закружилась голова, или у вас заболела голова, у вас заболело где-то в груди, либо дыхание сперло. Ну, какие-то симптомы неопределенные такие, ну, которые вы испытываете физически. У вас появляется страх, у вас появляется давление и прочее. То это и есть то самое состояние панических атак, ВСД, расстройство нервной системы. Я с этим столкнулся порядка 12 лет назад. Уже, можно сказать, опыт по избавлению из этого состояния. Пишите, спрашивайте, я вам подскажу, как из этого состояния выйти.